Начинайте. Здравствуйте, уважаемые любители настольного тенниса. Здравствуйте. В этом видео мы познакомимся с таким, ну, можно сказать, где-то даже легендарным основанием от доктора Небауэра, как Матадор. Недавно в своем ролике я тестировал основание Матадор Текста Бальзас со слоями карбоне. Здесь же просто надпись Матадор. Почему именно легендарная, Сергей? Как ты? Ну, потому что, когда мы были в Будапеште с Максимом на чемпионате мира, подошли к Луке Младеновичу, попросили, ну, сказали, что он хорошо играет, попросили у него ракетку, и оказалось, что именно этим основанием, не спецзаказом, и Хельстад Нюбауэр подтвердил это, что обычным базовым заводским основанием играет Лука Младенович. Да. Ну, игра Луки интересна тем, что, с одной стороны, он играет антиспином, вот, от фирмы доктор Небауэр АБС. Ну а с другой стороны, у него стоит евротензор. Соответственно, и тест у нас будет такой двоякий, потому что никто из нас не играет гладкие шипы. То есть я играю там шипы, а Сергей гладкими, поэтому мы будем последовательно выполнять элементы, каждый своими накладками. Сергей, ты какие поставишь гладкие накладки на Матадор? Справа я буду играть накладкой Big Dipper, а слева Evolution. Евротензором. То есть посмотрим, как такая гибридная липучка и евротензор. Но я же поставлю комплект от доктора Небауэра. Слева у меня будет черная, это Торнадо Ультра в толщине 1,5. Ну а справа Explosion 1,8, красная. Вот. Ну что, начинаем с подрезки, посмотрим, как же звучит это основание и играет в подрезку. Смотрим. Поехали. Сергей, ну ты первым потестировал, потом я поиграл шипами. Ну что скажешь? Ну, стоит отметить в первую очередь, что это семислойный композит. Многие подумают, что если в основании нет карбона, то оно будет лететь медленно, неудобно и невозможно сделать сильно. Но это не так. Матадор довольно-таки быстрое основание. Я думаю, где-то класса OFF. Конечно, не дотягивает до OFF+, но очень хорошее, быстрое, контрольное OFF. Ну, конечно, по подвеске сложно пока что это понять, но ощущение довольно приятное. Еще отмечу удобную лежащую ручку и такая поверхность шершавая, очень удобно. Я, в свою очередь, ну, замечу, что при игре шипами в подрезку такое какое-то мягкое чувство у меня. То есть оно где-то не жесткое, но немедленно, естественно, классов. Все ложится в стол, очень удобно. Explosion, все-таки такие шипы, сцеп у них небольшой, да, вот они, ну, удобно толкать, разбрасывать, все попадает в стол. Вот, ну, давай уже накат, наверное, поиграем накат, и там будет уже более ярче, понятно, душа основания. Итак, пробуем. Thank you.
Довольно приятно летит накат и отлично попадает в стол. Нет каких-то там, знаете, таких особенностей типа вибраций, какая-то сильная жесткость. Просто хорошее базовое основание с хорошим контролем. Ну, Сергей, а все-таки вот ты обратил внимание, потому что сейчас я же тоже поиграл шипами на нем. Вот, ну, отмечу, все-таки Explosion, он хорошо вот, пробиваешь, там все-таки летит такой суперплоский мяч, тебе приходилось подкручивать. А вот я отмечу торнадо в целом, ну, это тянущие такие короткие шипы, агрессивные. Что вот я играю где-то мягко, и такая мягкость основания, все попадает, как ты сказал, обычно плоская игра. А вот начинаешь сильнее бить, ты заметил, у меня много начинало улетать. Получается, это композит, как вот выстрелит, то есть сильнее бьешь, и добавляется еще как бы такой вот выстрел. Ну, ты обратил внимание? Ну, я думаю, это стоит проверить на топ-спинах. Ну, понятно, твоя стихия топ-спины, но я отмечу, что в накатах это вот присутствует такое. Ну, давай, значит, ты повращаешь топ-спины, но я, в свою очередь, когда поставлю шипы, посмотрю, как они в блоках играют. Давай. Смотрим. Сергей, ну что, ты повращал, поусиливал топ-спины, какие впечатления? Ну, довольно приятно, знаете, вращать. И усиление, как видно на видео, очень даже мощное. Поэтому я думаю, что не зря, конечно, Младенович выбрал себе такое основание. А он все-таки довольно-таки много атакует и довольно сильный. Да, то есть мяч летит плотный. И справа, слева, слева тебе тоже так легко ты делал, мяч это летел. Но я, в свою очередь, отмечу игру шипами-блоками. Затем Сергей повращал, я его подставлял. Сначала скажу за торнадо. Очень комфортно. Контроль, сколько ты вращал. То есть контрольно так все подставляешь, вот, где-то можно надавить. Вот. Но Explorer, тут надо понимать, что Explosion. Этими шипами сам блок – это уже как контратака, уже какой-то перехват инициативы. Поэтому здесь в целом ну, удобно подставлять, но надо отслеживать все-таки траекторию, если высокий где-то сразу надавить. Вот. Еще что хотел отметить, Сергей, довольно интересно аж проверить атаку по подрезке. Вот все-таки Лука Младенович очень много мощно начинает по подрезке. И справа, и слева. Давай сейчас вот, ты повращаешь, я тебя посрезаю, поначинай справа, слева, и мы еще этот компонент посмотрим. Да, давайте. Итак, смотрим.
Сергей, очень мощно, сильно, все-таки за счет чего? Как ты скажешь? Знаете, исключительно хорошо это основание в начале по подрезке. За счет контроля, потому что не за счет скорости, а за счет контроля. Можно вложиться со всей силы, и, ну, вы видели, мяч заходит, причем и справа, и слева. Слева, казалось бы, мощности должно не хватать, но очень все хорошо. Итак, первое впечатление. Вот доктор Небар, да? Это сразу шипы, антиспины, только в третью, а то и в четвертую очередь гладкие накладки. Аналогично и по основанию. Ну, кажется, ну, оно только там для определенных. Но тут Лукаш Младенович играет не только с антиспином, но и тензор. И поэтому вот интересно, Сергей, ты поиграл гладкими и очень доволен. Что ты вообще скажешь? Да, я думаю, это основание вообще находится в уникальном положении. Оно отлично подойдет для людей, которые играют различного рода антиспинами, длинными шипами со стола. Ну это и так понятно, да, а вот гладкие. И в равной степени оно подойдет тем людям, которые играют классический настольный теннис с топ-спинами справа-слева, причем не только евротензорами, но и даже жесткими липучками и гибридными накладками. Угу. Я что еще отмечу вот по шипам? Это основание, порой основание, ты ставишь шипы, и шипы сильнее начнут тянуть, или наоборот, меньше тянуть на определенном основании, есть такое как бы влияние. А здесь основание не мешает шипам, вот как бы торнадо вращает, и оно и вращает. Explosion, если имеет средний сцеп, то оно и имеет средний сцеп. Ну, то есть довольно интересное положение. Сергей, ну а как вот, это же по сути дела, ну, Лука Младенович игрок мирового уровня, так же? И элементы, которые он исполняет, вполне, поставив это основание, можно тоже исполнять при должной тренировке. Ну, думаю, да. Но я думаю, дело, конечно, все-таки в Младеновиче, а не в основании. Но, знаете, многие любители предпочитают все спихивать на инвентарь. Ну, не да, только любители. Да. Не, ну я тут за то, что говорю, что если ты планируешь стать игроком мирового уровня, Сергей, может быть, пора тебе поставить матадорчик? Возможно, я не против. Ну что ж, на этом все. Да. С вами были Максим Черепнин. И Сергей Бордовский. До новых встреч. Увидимся. Довольно приятное ощущение от наката, Максим. Знаете, не могу сказать, что какие-то есть перекосы, там вибрации. Очень оно плотно так сидит на накладках. И... Ну, нормально.
Браво! Браво!